Подписываемся на канал, и только что я был на рынке. Друзья, купил хлеб за 25 гривен, посмотрите. Вот такой хлебушек, 25 гривен, вроде бы свежий. Вот такой, друзья, хлеб за 25 гривен купил, видите. Потом, друзья, купил рис. О, рис. Друзья, рис называется басмати. Басмати рис. Вот такой рис, друзья, по 95 гривен за килограмм. Друзья, 95 гривен за килограмм. Сегодня такой рис. Вот, получается. Гречневая каша, друзья. Что там? Гречневая каша у нас сегодня по 65. Гречка, друзья, по 65 гривен сегодня. И майонезик. Майонез за 70 гривен. Но на другом базаре я видел по 60. Здесь 70. И пока, наверное, все. А, и, друзья, еще яйца. За яйца. Яйца Саша купил. Будешь кушать яйца, Саша? И яйца. Яйца по 65 десяток.